Большой автофорум. Виктор Иванович Нилов, генерал-лейтенант полиции, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Здравствуйте. В общем, главный инспектор страны. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день. Вы с частным визитом или по работе? И так, и так. Как вам ехалось? Много ли ДТП, не дай бог? Нет, к сожалению или к счастью, я сегодня проехал и утром, и сейчас достаточно беспроблемно. Хотя, действительно, выставка привлекает очень много внимания и отвлекает в какой-то степени тех, кто проезжает мимо. Головной боли сотрудникам милиции добавляет? Ну, полиции. Любое массовое мероприятие требует подготовки, и в том числе мы не, скажем так, не с чистого листа начинали. У нас есть опыт проведения аналогичных мероприятий, в том числе и в Крокусе. Достаточно профессионально коллеги Москвы и Московской области подошли к подготовке этого мероприятия. Так что я думаю, что постараемся снять проблему. Но все равно, наверное, главное пожелание всем потенциальным посетителям выставки. Друзья, давайте-ка лучше на метро. На велосипедах. Или пешком из Строгино. Ну, вы знаете, наверное, относить это только к посетителям выставки в принципе неправильно. Вообще на сегодняшний день, и в Москве в частности, создается достаточно много условий для передвижения на общественном транспорте. Хотя все критикованы за это, особенно за полосы и так далее. Но, по сути, это тот путь, который выбран сегодня не только Россией, он выбран всем миром. Поэтому надо пройти этот путь. Мы пройдем его, да. Да. Виктор Иванович, на самом деле, вот, честно говоря, парковался и заезжал сюда. Претензий к сотрудникам нет, потому что ребята работают очень оперативно, действительно досматривают машины, распределяют по парковкам. Но хотелось бы видеть представителей Департамента обеспечения безопасности дорожного движения на своем собственном стенде в одном из павильонов московского мотор-шоу, где были бы представлены современные симуляторы, которые стояли бы в автомобильных школах, где были бы современные программы, которые позволяют обучаться и так далее, и так далее, и так далее. Вот подобные стенды можно встретить на абсолютно любом мотор-шоу серьезного уровня в Англии, во Франции, в Швейцарии и даже в Испании, в Италии, где, в общем, ну, дисциплина на дорогах несколько хуже, чем выше перечисленных новых стран. Собственный стенд мы не рассматривали, но вместе с партнерами, с кем постоянно работаем, мы эти идеи просматривали. И сегодня наши коллеги такой стенд имеют. И наши сотрудники на этом стенде работают в рамках этой выставки. Ваше предложение о том, что показать здесь элементы, связанные с контролем за безопасность, да, наверное, они интересны. Знаете, человеку интересно же посмотреть, как работает камера, да, которая его же фиксирует. Которая потом дороге, присылает, да, ему письма счастья. Нет, прямое общение с полицейскими вот в Европе, оно очень сильно располагает к контакту. Оно вот эту барьер, эту стену, оно ломает. Нет, в рамках этого салона мы, конечно, не трогали тему, а в рамках других мероприятий, которые проходят под эгидой дорожников, транспортников, под эгидой других ведомств, мы стараемся эту информацию предоставлять, в том числе и просим производителей приборов, которые сегодня достаточно активно уже пропагандируют свою продукцию, участвовать в этих мероприятиях. И, знаете, еще один вопрос с этим. Я вот уже успел сегодня пройти. Сегодня первый день, когда обычные посетители, не журналисты, не специалисты, а люди неискушенные, в общем, в современных, так сказать, тенденциях во многом автомобилестроении, в технологиях. И вот я наблюдаю, в силу профессиональных, опять же, моих, так сказать, обязанностей, большую пропасть между осознанием нашего человека, вот покупателя обычного, что такое автомобиль, и тем, что предлагают современные, так сказать, производители, да, прежде всего это касается автомобильной электроники, которая обеспечивает безопасность, систем, которые помогают водителю выходить из экстремальных ситуаций. Мне сегодня аналогичные эксперты уже неоднократно говорили, что когда покупает автомобиль гражданин, ну, наш обычный гражданин, он как-то больше думает о внешнем виде автомобиля, о массе других вещей, но совершенно не задумывается, какие опции ему могут предложить. Он купит хорошую радиосистему, но при этом не подумает об ABS. Или о системах контроля мертвых зон, да, которые действительно спасают кучу ситуаций от параллельных столкновений. То есть простым изучением программы этого как бы не восполнить. Здесь, наверное, должна быть какая-то более серьезная система совершенствования, постоянного познания, наверное, тех элементов безопасности, о которых вы говорите. Ну, мы стараемся. Нет, я в данном случае не беру не ваш, скажем, профессиональный коллектив, а в целом вот это, так сказать, правовое воспитание, ну, в нашем аспекте, оно сегодня, безусловно, необходимо. И вот даже обращая внимание, хотя я был несколько минут всего на выставке, действительно, как посетители внимательно относятся к внешним элементам. Но как сложно им осознать наполнение этого автомобиля. А вот вы как выбираете, например, себе автомобиль? На что вы обращаете внимание?
Ваша Мерседес, вы выбираете себе автомобиль, нет? Виктор Иванович, у вас же Мерседес, насколько я знаю, да? Вот. Нет? Нет, нет. Служебный. Не угадал. Служебный автомобиль. Служебный у меня BMW 5 серии. А, BMW? Да. А личный? А личный Ford у меня. Вот. Ну вот вы, например, что обращаете? Вот какие характеристики для автомобиля вот для Виктора Ивановича Нилова наиболее важны? Ну, во-первых, все, что касается элементов безопасности, тут я абсолютно согласен. Другое дело, что эти элементы развиваются гораздо быстрее, чем мы можем менять автомобили. Поэтому ты останавливайся еще на ряде критерий, которые к тебе как человечески очень близки. Потом, немаловажно мнение, наверное, все-таки твоей семьи, потому что ты все-таки не... И ее количественность. Ну, тоже в какой-то степени. Ну и потом все зависит от твоей предрасположенности. К какому виду автомобиля у тебя ближе душа? К повышенной проходимости, микро, макси, ну и так далее. Большой автофорум.